богами. Окей, кул, кул, хорошо. Мне трудно говорить, мне трудно говорить, мне трудно говорить, мне трудно говорить по-русски. Мне трудно говорить по-русски. Я не умею писать по-русски. Я не умею делать фристайл по-русски. Сук-сук-ста, сук-пот-сло, сук-пот-сло. Эфи-джат-сто, эфи-джат-сто. У меня есть 10 долларов, у меня есть 30 долларов, у меня есть 50 долларов, 51 доллар, 52 доллара, 53 доллара, 54 доллара. Это все мои доллары. У меня больше долларов нет. Что я буду делать сейчас? Я банкротился, я бездомный сейчас. У меня есть 10 долларов, а сейчас 20 долларов, а сейчас 20 долларов, а сейчас 1 доллар, а сейчас 1 доллар, хочу говорить долларов, а сейчас я стал 1 доллар, говорит доллар, еще 4 доллар, но он первый доллар, 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 дай мне доллар, доллар, где мой доллар, доллар, я писал песни, это доллар, я хочу доллар, 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 доллар. Я просто хотел говорить, это факт, что когда я щучу, я пишу лучшую музыку сейчас. Эта песня лучше, чем 90% вещей, которые мы слушали сегодня. Факт. Факт. Просто говорю. У меня есть 1 доллар. У меня есть 2 доллара. У меня есть 3 доллара. У меня есть 4 доллара. У меня есть 5 долларов. А где 5 долларов? Я не знаю, где 5 долларов. Дай 5 долларов. Папа, дай доллар, пожалуйста. Я хочу покупать чипсы в супермаркет. 1 доллар. 10 долларов. 1 доллар. 20 долларов. Еще 20. 20 долларов. Я такой богатый, что я могу покупать целый обед на двоих. Но не в Америке, потому что здесь больше, чем 50 на двоих. Действительно, я миллионер. Дай мне доллар. Я миллионер. Я миллионер. Где мои доллары? Где мои доллары? I'm sorry, I'm done. Ой, окей, понял, оставляю это.